Ну вот, ребята, в 8 утра рано. Я вот пришел пройти свои 5000 шагов. Ну, я хочу сразу сказать, что вы, наверное, уже заметили, что первые дни, когда я снимал, я задыхался. Я вам вчера говорил же. Поэтому в Ангаре все наоборот. У меня все пропало. Никакой одышки, ничего. Давление стабилизировалось. Вот. Здесь совсем другой климат, ребята. Вот. Все спортивные люди. Вот с утра все ходят, ходьбой занимаются в парках. В Анталии пройти каждый 10-15 тысяч шагов, это, во-первых, невозможно, во-вторых, это смертельно опасно, потому что пар. Вот я вас в сауну загоню, и в сауне вы будете, это сам. Вот люди водички берут с собой, баклажечку, вот у меня тоже, вот она. Вот, я его после окончания занятий, или во время занятий, я его пью. И все. Все люди ходят прогулочные дорожки. Вот. Поэтому Кунайда. Все уже друг друга знаем. Тысячи человек в день совершают вот такие прогулки. Вот рядом с такими деревьями. Но сейчас жара наступит уже. Часов 12, 11-12 уже пекло начинается тоже. Но это сухой жар. И это будет до 4. Вот. Вот такие дела, дорогие мои. Жар и пар — две разные вещи. Жар можно вынести, он костей не ломит. А вот пар нет. Парилку входит, чтобы на минутку, на полчаса париться. Ну вот кого-то загоню я парилку, да, и скажу: живи здесь, в этой парилке. Вы будете жить? Нет, конечно. Поэтому своим сверстникам рекомендую. Вот, парилки не жить нельзя, это, ребята, нельзя. Это смертельно опасно. Я вам вчера в своей передаче последней сказал. Нельзя. Ни в коем случае нельзя. Берегите себя, вы не поймете, где у вас сердце остановится, где у вас инсульт стукнет. Вот. Не шутите с этим делом. Мне даже с утра, видите, как даже чуть-чуть это сам, потому что прохладно утром, да, рано утром. Аж мыгаю носом, честно говоря, окна все открыты. Вот. А так надо бы закрыть, где 4 часа утра вставать. Вот такие дела. Так что здесь прелесть. Вот смотрите, елочки, везде елочки. Красота. А скоро вообще настанет настоящая Швейцария. Анкара — это, я считаю, настоящая Швейцария. Как здесь одна мне сказала, она говорит: здесь Швейцария. Настоящая Швейцария. Погода, говорит, анкарийская, как швейцарский воздух. Всех вам благ и доброго утра.